Привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной репортаж, обзор с Крымского моста. Как вам сова? Красивая, правда? Снимал я это вчера вечером, около 7 часов, в 19:00. Температура воздуха была плюс 23 градуса, температура воды в Черном море плюс 19 градусов, легкий ветерок был и практически безоблачно. Хорошая, отличная погодка. Снимаю с горы Митридат. Смотрите, вот вид какой. Машины ходят. Все, пытаюсь я про автомобильный мост забыть и больше внимания уделить железнодорожному мосту. Ну, как-то не получается. Все равно фокусируется. Вроде снимаешь железнодорожный мост, а внимание все равно фокусируется на автомобильном, когда машины идут. Красота неописуемая. Ну да ладно, будем немножко уделять внимание. Сейчас уделим внимание железнодорожным опорам. Видите, идет строительство полным ходом. Рабочий вот ригель на одной из опор забетонировали. В опалубке стоит. Здесь уже затирают швы. Вот видите, опалубку демонтировали. Шлифуют поверхность и занимаются подферменниками. Стоят тоже, опалубочку поставили. Напомню, что построить осталось порядка 40 опор. Готово 267 из 307 опор. Да, 40. Ну, некоторые из них уже в очень большой стадии готовности. Вот, видите, уже скользуны ставят вовсю. Потому что сейчас только, я так понимаю, опоры немножко тормозят надвижку. Сейчас мы с вами увидим стапель и есть ли прогресс. Во вчерашнем видео было вот эта надвижка только коснулась опоры, а сейчас, видите, уже половина следующего пролета надвинута. Еще двинули, вот он прогресс очевидный. Здесь получается половинка. Раз, два. Что-то плохо, посчитаем сейчас снова. Половинка. Раз, два. И три пролета. Вот, видимо, будем считать вот так, так удобней. Три видимых пролета уже надвинуто. Будем считать 3,5 пролета. Здесь, конечно, гораздо больше. Видите, вот там отгорожено... Там покрасочная камера, грубо говоря, сразу красят металлоконструкции железнодорожного пролета. Вот, а внизу машины уже вовсю, видите, по искусственной насыпи идут, ездят. Здесь железнодорожная часть, видимо, собирается с устройством временных опор. Между постоянными опорами собирают временные и ставят металлоконструкции, соединяют их при помощи сварки и болтовых соединений. Вот здесь вот, где куча, тут в этом районе как раз, если помните, было открытие. Открытие моста, президент выступал здесь, вот именно в этом районе была сцена, был концерт здесь, посвященный открытию моста. Видите, вот зеленый там, по-моему, это вот, если мне зрение не изменяет, эвакуатор для большегрузных машин стоит. Может быть, и не он, я
что-то толком не понял, но посмотрите, вы мне тогда подскажете, что это за зеленый такой авто. Ну, мы с вами потихонечку двигаемся дальше к Крымскому берегу. Вот он, тоннель технический. Вот видите, как он пригодился. Теперь машины ездят, строители, и туда, и на ту сторону, и на эту, потому что процесс идет и там, и там. Здесь вот уже откос зеленый вовсю. Еще недавно совсем, помню, мы смотрели с вами, как гидропосевом его засевали. А сейчас уже вот зелененький он. Вот он, забор из шумоизоляции, цементная слободка. Кто-то спрашивал, в каком состоянии дома. Вон они еще стоят, полуразрушенные. До конца их еще не снесли. Вот, видите, людей уже давно переселили. Я неоднократно показывал, куда переселили два дома переселенцев. Здесь уже вот наполовину посередки его разбомбили. Дом. Ну, пока там больше никаких работ не ведется. Здесь вот рядышком, сейчас мы посмотрим с вами, вовсю уже строят под железную дорогу насыпь, вот на дальнем плане. Сейчас мы там увидим, экскаваторы работают, самосвалы, грунт вывозят. Или... Вот, вот видите, да? Вот здесь, в этом районе, пойдет железная дорога, двухпутная железная дорога. Она здесь будет электрифицирована. Так что насыпь пересеченная местность, ландшафт неровный, нужно выравнивать под железную дорогу. Поэтому работы много, и они идут в круглосуточном режиме, 24/7, как говорится. Срок сдачи железнодорожной части моста — декабрь 2019 года. Но я уже говорил, по ощущениям, что сдадут раньше. Вот они, два, кстати, дома были переселенцев с красной крышей. Быстро мы их проскочили, не очень заметили. Ну, немножко еще посмакуем виды. Вот возвращаемся мы к надвижке. Раз, два, три, с половиной пролета. Четко видим мы, что двинули. В предыдущем видео мы с вами посмотрели, что двинули, сейчас двинули. Но если суммировать из двух видео, то в итоге где-то суммарно один пролет двинули. Порядка 60 метров. Приблизительно так. Работы идут. Железнодорожная часть работы идут в основном на строительстве опор. На автомобильной там еще не до конца установили водоотливные лотки для приема стоков, собственно говоря, с дороги и отправки их в очистные сооружения. Сами эти лотки заказ получил один из керченских заводов, и они их изготовляют и поставляют на мост. Тоже причастны к такому грандиозному большому строительству. Это не первый заказ для керченских предприятий. Были и другие заказы непосредственно для моста. Так что в строительстве моста практически принимает участие вся страна. Очень много поставщиков материала, оборудования, стройматериала, металлоконструкции, ну, долго перечислять все. Так что будем так думать и считать, что Крымский мост при строительстве был драйвером российской экономики. Опять же, зарплаты рабочим, оплата налогов со стороны предприятий, со стороны людей. Все это взаимосвязано, круговорот воды в природе, как говорится. Зарплата, налоги, покупательная способность. Ну, а мы с вами наблюдаем очередной ракурс и посмотрим сейчас с этой точки на шоссе Героев Сталинграда. Что же там изменилось за прошедшее время? Интенсивное движение по шоссе, там уже была первая авария. Самосвал, вот они, дома переселенцев, кстати, вот с красной крышей. Самосвал на светофоре
снес барьерное ограждение, пробил себе переднее правое колесо. Ну, как он говорит, у него отказали тормоза, такой самосвал, ровесник Никите Хрущеву, наверное, по возрасту. Вот видите, какой поток тоже на шоссе Героев Сталинграда. Машины едут. Эти вот справа в сторону Аршинцева стоят на светофорчике. Я подумал, что это движение в одну сторону, а нет. На сегодня еще выходные. Вы досматриваете, дорогие друзья. И на этом я свой коротенький обзорчик заканчиваю. И говорю традиционные слова. Не забываем подписываться, ставить лайки и активно комментировать. И проверяйте свои подписки. Можете с удивлением обнаружить, что от какого-то канала были отписаны, ранее подписаны, когда были на него. Просто подпишитесь по-новому и все. На этом все, друзья, еще раз спасибо за просмотр. До новых встреч!